Ребята, всем привет, с вами снова Лев97 Channel. Сегодня делаю вот такой вот небольшой анонсик о том, что сейчас на данный момент происходит на AliExpress. Точнее, не то, что происходит сейчас, а то, что будет происходить 11 ноября. Как вы уже поняли, будет проходить крупнейшая распродажа планеты. Ну, разумеется, в рамках AliExpress. Она очень схожа с заморским сейлом тем, что получить какое-то преимущество, выгоду с этой акции нам предлагают при помощи, или как, не знаю, посредством игры в их внутреннюю игру. На данный момент я вам не могу продемонстрировать, что в ней надо делать. Но суть такая в том, что будут выскакивать из лунок вот такие вот подарочки. Надо будет просто на них кликать, и тем самым получать монеты. То же самое можно сделать на мобильном приложении AliExpress. Там нужно будет тупо просто трясти телефон. И, соответственно, тоже зарабатывать монетки. Вот. Крупнейшая распродажа планеты, скидки 50% на миллионы товаров. Внизу представлено очень много категорий товаров и скидок на них, которые предоставляются. Чтобы получить наибольшую выгоду с приобретения, вы должны нажимать «Мне нравится» на понравившиеся товары. И чем больше будет лайков у этих товаров, тем больше вероятность того, что они станут дешевле. Помимо того, что мы можем, допустим, вот этот планшетик за 64 бакса, мы его можем купить за 51 бакс и 20 центов, если наберется 1111 лайков. Они тут набрались, даже больше, 2052, однако цена все равно до 51 не дошла. Я бы, если честно, себе такой планшетик бы взял, но, к сожалению, пока, видимо, у них там что-то обрабатывается, либо еще что, поэтому вот. Помимо этого, мы можем сделать еще скидку сверх, обменять полученные монеты в приложении на купоны. Лично я обменял на купон 2 доллара при заказе от 19 баксов. Также можно обменять монеты на купон 5 долларов, 7 долларов, 10 и 15. Ну, как понимаете, немногие, я так понимаю, из моих зрителей обладают внушительными финансами, чтобы приобретать дорогие товары на AliExpress. Поэтому предлагаю, берите вот на 5, на 2 доллара. Тем более, монет надо заработать там 300-800, это не так много. И тем более, нужно успевать их обналичивать. Ну, не обналичивать, а обменивать купоны, потому что их осталось уже немного. Ну, как немного? Посмотрев на цифры, можно сказать, что их еще очень много. Но на самом деле это все фигня, если смотреть на то, сколько человек покупает вообще в AliExpress по всему миру, то они могут внезапно закончиться. Поэтому успевайте, ребят, получать купончики. Так, сейчас я назад на ссылочку перейду. Что еще можно показать? Помимо телефонов, планшетов, тут очень много будет всяких акций. Очень много всяких разных категорий. Категории, вот как вы поняли, уже будет электроника, спорт, мужская, автотовары. При этом вот эти вот товары будут меняться. Все 28 октября, ну сегодня уже 29, потом, ну как бы в Китае или там где-то там оно уже еще не наступило, поэтому как-то так. Получается, с сегодняшнего числа будет женская одежда, дом и сад, здоровье и красота мамам и детям. Будет вот такая категория. Тоже можете зайти полайкать, там, может быть, скинут там ценник на несколько баксов. 30 октября будут финальные цены, они уже будут, я так понимаю, точно. И 11 ноября мы уже сможем поучаствовать в этой акции. Как вы понимаете, через 13 дней она уже начнется. И можно будет приобретать. Вот можем гид новичкам посмотреть подробнее об этой акции. Вот тут можете почитать. Я ничего это не буду читать. Кому надо, посмотрит. Тут все очень подробно написано. Кстати, вот по датам. 28-30 октября, как вы поняли, можно обменять. Поучаствовать в игре в онлайне с компьютера, либо с мобильного устройства. Обменять монеты на купончики. С 31 октября по 3 ноября. Ну, то же самое, в принципе, тут ничего особенного этого. Премиум и крупная выгода. Мы можем просмотреть скидки до 70%
в корзину добавляем, получаем купончики, добавляем в корзину товары, и также вот будут групповые покупки, гавы-сделки будут прикольные, я так понимаю, вот на них вот надо обратить внимание, потому что, я так понимаю, будут очень интересные товары. В многогазделках обычно прикольные всякие товары продавцы выставляют, поэтому будет что посмотреть, я надеюсь. Вот, вот как я вам уже говорил, можно будет обменять. Как запомните, что до 11 ноября до 11 часов 59 минут. Вот. Ну, соответственно, вот то, что я уже сказал. Если мы будем юзать карту Visa, допустим, Киев, мы можем получить скидочку. Ох, у меня тут все, извините меня, глючит. Все это глючит, компьютер не справляется. Так вот, юзаем виртуальную карту Visa Kiwi Wallet или вообще кредитку и получаем скидку 5 баксов на заказы от 100, от 100 долларов, не используя купонов. Просто платим картой Visa и все. В общем, вот такой вот анонсик. Кому надо, тот посмотрит, кому не надо, тот не смотрите вообще это видео. Тут одна болтовня моя на 6 минут целых. В общем, вот, ребят, участвуйте в акции, покупайте товары дешевле с AliExpress, заказывайте товары из Китая. Если понравилось видео, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. А пока, ребят, всем удачи и пока.